Готовы ли городские котельные начать подачу тепла, как только того потребует погода? Сегодня это проверили депутаты Чебоксарского городского собрания. Первая точка рейда – котельная номер 22С, что означает «центральная». Именно она снабжает теплом и горячей водой здания Дома правительства, городской администрации, филармонии и ряд жилых домов. Котельные готовы к отопительному сезону. Ждем первых морозов и решение администрации города. Обычно тепло начинаем давать в начале октября. Ну, плюс-минус 5 дней. Особенность отопительного сезона этого года в том, что в конце лета в городе сменилась основная теплоснабжающая организация. Вместо почти обанкротившихся коммунальных технологий подачу тепла теперь должна обеспечить специально созданная муниципальная компания. Решением суда, значит, приостановлена деятельность коммунальных технологий и все оборудование, все, что связано с теплоснабжением, все передано, значит, новой организации теплосети. Поэтому у нас вызывает сомнения, каким образом, в каком состоянии эксплуатировались объекты теплообеспечения, энергообеспечения. Поэтому мы сейчас объезжаем все котельные. Было передано 55 котельных, всего было передано 106 объектов теплоснабжения, 305 километров тепловых сетей. Объекты готовы к отопительному сезону на 100%. Судя по техническому состоянию, данной котельной в холодных залах заседать депутатскому корпусу не придется. К подаче тепла все готово. Следующий адрес – котельная по улице Ильбекова 1957 года постройки, которая снабжает теплом ряд домов в центре города. В этом году здесь отремонтировали один из котлов. Летом жителям пришлось 2 недели мыться в тазиках, зато зима должна пройти без неприятных сюрпризов. Итак, к холодам город готов. Однако депутаты, судя по всему, в котельных побывают еще не раз. Выезжают на объекты коммунальной инфраструктуры им приходится после жалоб избирателей. Спрашивают, почему у вас вода в домах не теплая, не горячая, тепленькая только. Мы, говорит, платим деньги, а вода течет теплая. Ну, в некоторых домах такие случаи бывают, поэтому мы стараемся с управляющими компаниями и с организациями, которые занимаются теплом, именно эти вопросы решать. Жалобы также принимают по телефону горячей линии проекта «Народный контроль». Номер вы сейчас видите на экране. Ольга Пырочкина, Борис Андреев. Республика.